В прошлом году наш завод вошел в состав крупного производственного объединения в Хабаровске, которое занимается выпуском медицинских препаратов. У нас, иначе говоря, появились новые заказы, и мы расширили производство. Для этого необходимо было, по сути, приобрести оборудование для автоматического нанесения этикеток. Раньше процедура по наклеиванию этикетки производилась вручную, что не обеспечивало необходимую производительность и необходимое качество приклеивания. Я работаю на предприятии более 30 лет, из них 15 в должности главного инженера. Все производства на заводе я хорошо знаю. Модернизация на нашем заводе практически не проводилась, и после присоединения у нас, иначе говоря, появилась возможность обновить производственную технику. Мне поставили задачу найти автоматическое оборудование для самоклеящихся этикеток на бутылки с биопрепаратом на участок фасовки и транспортировки. Производимые нашим предприятием лекарства с биопрепаратом в бутылках были из прозрачного пластика. Оборудование мы искали современное, которым можно было, по сути, бы управлять через ШКИ-экран. Планировалось приобрести универсальное автоматическое оборудование для наклейки самоклеящихся этикеток на бутылки. Чтобы была, по сути, возможность использовать этикетки других размеров, в общем, если будет решено использовать другие бутылки. Оборудование должно было, по сути, наклеивать не менее 50 этикеток в минуту. У меня много знакомых в сфере производства. И я, первым делом, обратился к ним за советом в поиске автоматического оборудования для самоклеящихся этикеток на бутылки. Я понимал, что сфера производства у коллег отличается от сферы деятельности нашего предприятия, однако они могли порекомендовать мне хороших производителей оборудования, которым можно было, по сути, обратиться за помощью в выборе автомата. В производстве лекарственной продукции много нюансов, которые, в принципе, необходимо учитывать на всех этапах, контролировать при помощи различного аналитического оборудования, в том числе и нанесение этикеток. Коллеги порекомендовали мне двух производителей в Германии. Я нашел их данные в интернете и отправил им электронное письмо с просьбой подобрать мне оборудование согласно моим требованиям. Через два дня я получил ответ от одной компании, в котором было по сути сказано, что у них есть машина для наклеивания этикеток, заданных технических параметров. Однако она подходит только для пенициллиновых флаконов. Другая компания отказалась работать с нами, так как они не работают со странами СНГ. По тому же совету коллег, я не стал обращаться к китайским производителям напрямую. Знакомые рассказывали, что производители оборудования из Китая часто поставляют некомплектное оборудование, ссылаясь на неточно предоставленную информацию о требуемых параметрах автомата. Рисковать я не мог, и поэтому принципиально решил выбрать для поиска автоматического оборудования для наклеивания этикеток на флаконы русскоязычного посредника. Мне нужен был профессионал, который, в принципе, работал бы длительное время в сфере поставки фармацевтического оборудования и имел положительные отзывы клиентов. Поиск специалиста я начал в интернете. Выбрал три самые презентабельные компании. В качестве критерия я рассматривал время работы фирмы на рынке поставки оборудования, сайт компании, условия поставки машины. Всем компаниям я позвонил по телефону, чтобы, главным образом, убедиться в профессионализме менеджеров. Специалист одной компании сказала подождать 5 минут, но так и не выслушала меня. Такое отношение к клиенту мне не понравилось. Менеджер другой компании поговорила со мной вежливо, задавала вопросы о необходимой производительности оборудования, сроках изготовления. Через 5 дней на почту я получил от них 10 вариантов различных машин для наклеивания этикеток и предложение сделать выбор самостоятельно. Я понял, что у них нет профессионального подхода и мне не помогут в решении поиска оборудования для наклеивания этикеток. Последний, третий вариант посредника из Москвы оказался для меня удачным. Менеджер-мужчина говорил со мной как с профессионалом. Задавал конкретные вопросы о производительности, материале используемых флаконов, способе управления. На этапе консультации он выбрал автоматическое оборудование для наклеивания самоклеящихся этикетов на бутылки, которые я смог быстро согласовать с руководством предприятия. Машина была, по сути, приемлема по характеристикам и по цене. В течение недели мы заключили договор на поставку оборудования. Менеджер за две недели сообщил о степени готовности автомата. Машина была, по сути, поставлена в регламентные сроки. После монтажа и настройки оборудования мы смогли оценить его качество. Пластиковые бутылки двигались по транспортеру и плотно удерживались бортами по осевой линии. Далее происходил процесс наклеивания этикеток из рулона.
Подача этикеток из рулона осуществляется шаговым электромотором. Производительность оборудования до 60 бутылок в минуту. Мы остались довольны автоматическим оборудованием для наклеивания самоклеящихся этикеток на бутылки, порекомендованным и поставленным менеджером этой компании. Я понял, что сделал правильный выбор специалиста для поставки оборудования. В выборе любой покупки необходима квалифицированная консультация. Проект обязательно будет успешным, в общем, если эта консультация была, по сути, получена от профессионала.